себе, как выглядит свирель и как играли на свирели. И вновь на сцене пара, которая занимается изготовлением флейт. Более того, это Анастасия и Павел Мира, которые вместе назвали свой дуэт «Гармония звука». Они изготовляют эти флейты, они могут научить любого от мала до велика играть на этом чудесном музыкальном инструменте. Но еще одна важнейшая задача, ведь мы с вами не просто так нотки слушаем, мы же с вами нотки надуваем. Давайте представим себе голос деревьев, и на сей раз это будет голос ясеня, точнее двух ясеней.